82,75, что-то в этом роде, людей, кто получает высшее образование, никогда в своей жизни больше не работают по образованию. Я не знал, куда я хочу и что я делаю. Я учился в деревне, у меня было в классе 3 человека. Что делает техник связи? Техник связи, вот, я даже этого не знаю. До сих пор. Они сдают ЕГЭ, получают его хорошо, приезжают в Москву, хоть даже тоже МГУ. Его берут везде. Платят небольшие деньги, но там они получают хороший большой опыт. Вот, представьте себе, в Яравнинский район засунуть 23 миллиона человек. Вот это Тайвань. Да, я боялся из-за национального вопроса, вот честно. Он был в России, и он всегда ездил, он до сих пор ездит на самом деле. А, понаехали там. Ты приезжаешь в столицу России, такой, знаешь, типа, ну, типичный бред. Потом у тебя глаза расширяются. Счастливый, как бы, человек на Руси. Он может жить только в ЦАУ, где-нибудь там в центре. Я за 3-4 месяца до ЕГЭ уже поступил, да. Ты иностранец. Ты получаешь общежитие, бесплатное образование, плюс еще стипендия, вплоть до $1000 американских. И он коммунист. Голова такая Ленин, и он сразу встал. Мы каждую неделю поем гимн Китая, поднимая флаг. Слышь, коммунистическая жопа. Ну и есть рестораны, прям, которые там за один вечер без проблем на русские деньги 100 тысяч потратишь и не наешься. Ты тут в России реально это видишь, разницу гигантскую. То на Тайване нету такой дикой разницы между богатыми и бедными. А где их осваивать? Ну, это уже сами. От самого человека зависит. Выехать из страны сейчас очень сложно. Но возможно.